За два дня в Чебоксарском федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования провели больше десятка сложнейших операций. Семь из них выполнялись под руководством врача с мировым именем. Рашид Тыхилов, знаменитый ортопед из Санкт-Петербурга, приехал поделиться профессиональным опытом с коллегами из Чувашии. Сегодня у чебоксарских врачей снова появилась возможность понаблюдать за работой Рашида Тыхилова. Говорят, от коллег у него нет секретов, рассказывает и показывает все в деталях. Чебоксарские врачи характеризуют его как специалиста высокого уровня, который помогает решать нестандартные задачи именно в операционной. А сам центр в такие дни травматологи называют не иначе, как образовательной площадкой. Благодаря Рашиду Муртазалиевичу мы провели ряд технически сложных операций, в результате которых получили достаточно хороший клинический эффект как для пациента, но также колоссальный опыт для сотрудников центра. За работой знаменитого российского врача-ортопеда в Чебоксарском центре смог понаблюдать и его австрийский коллега Оливер Джахани. Он тоже приехал к чебоксарцам с мастер-классом. Клиника, в которой он работает, специализируется на операциях, связанных с коленным суставом. Именно такие случаи Оливер помогал сегодня оперировать нашим специалистам. Однако, посмотрев на работу профессора Тыхилова в соседней операционной, австриец отметил, что и ему есть еще чему поучиться. Что касается коленки, здесь примерно все то же самое, что и у меня дома. А вот если говорить о тазобедренных суставах, Рашид Тыхилов оперирует такие сложные случаи интересные. То, что я видел здесь сегодня, такого, как правило, у себя не видел. К специалистам Чебоксарского центра травматологии у профессора Тыхилова особое отношение. Уже 9 лет они плотно сотрудничают, и многие ведущие травматологи Чувашии – его ученики. Конечно, ребята выросли здорово. Поэтому я стал все реже и реже приезжать, потому что необходимости больше нет, они сами все делают. Вот, на самом деле, очень современный центр, имеющий очень хорошую репутацию на сегодняшний момент по всей стране, не только в этом регионе. И только вызывает уважение и гордость за то, что был в свое время национальный проект, который реализован, и вот он дает реальные плоды. Накануне в Доме правительства глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил Рашиду Тыхилову почетную грамоту Чувашской республики за вклад в развитие здравоохранения региона. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Вести, Чебоксары.